Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Осы уақытқа дейін біз мемлекеттен жаңағы карантин уақытында әр адамға 50 мыңнан ақша төлеуін талап етіп, көп жаңағы челлендж жасап, көп жұмыс істедік. Соның арқасында мемлекет жаңағы бергісі келмей төлем басталды. Ақырында уақытында елдер жаңағы 42 500 ала бастады. Соның арқасында қазір мынандай хабарлар келе бастап жатыр енді. Берген жаңағы 42 500-ін халықты жылатып, шырылдатып, беріп жатқан жаңағы 42 500-ді көп адамнан қайтарыңдар деп қайтадан талап жасап жатыр бұлар. Жаңағы 100 МРП штраф жасаймыз дейді, қайтармасаңдар. Соған жаңағы айтатыным, жаңағы сол распределение жасап отырған мемлекетте отырған финансистердің бастары совсем ауысып кеткен ба деп ойлаймын да мен. Өйткені бір қолмен беріп, екінші қолмен тартып отыр. Жұмыс істеген халық жаңағы пособие төлейтін алып отырған, одан кейін жұмыстарынан біраз компенсация алып отырған адамдарды қайтадан ақшаларын қайтарыңдар дейді. Сонда ол адамдар қазақстандық емес па? Сонда ол адамдар жаңа компенсация құқықтар жоқ па? Одан үстіне еще жай көбісі жаңа пенсионный фондтар жоқ, самозанятый дейміз ғой, сол самозанятый адамдарға мүлдем отказ келіп жатыр, бермейміз дегендей отырыпшы. Соған мен жаңағы осы біздің билікке отырған сол ақшаны бөліп отырған адамдарға айтатыным, халықты бөлмей, халықты ар жаққа, бер жаққа тартпай, анаған болады, мынаған болмайды деген әңгімені қою керек. Карантин бар ма, әр адам бірдей жұмыс істесе де, істемесе де, пенсионер ма, пенсионер емес па, кішкентай бала болсын, садикте отырған бала болсын, әрқайсысы сол жаңағы 42 500-ді алу керек. Ол заңды түрде алу керек. Жаңағыдай сендердің істеп отырғандарын бүгін беріп, ертең қайтарыңдар деп отырғандар, мен вообще миыма кірмейді сол зат. Қалай сендер сонда жаңағы финансист болып, қалай сендер осы Қазақстан билігін артқа тартқылап отырғандарына көзіміз жетіп отыр. Сондықтан біздің талабымыз сол артында қалып отыр әр адам. Жұмыс істесе де, жұмыс істемесе де, пенсионный фонды бар ма, жоқ па, самозанятый ма, самозанятый емес па, пособие алып отыр ма, не істеген болса да, қандай жаңағыдай мемлекеттен көмек алып отырған болса да, жаңағы 42 500 әр адам алу керек, әр адам счетына түсу керек. Адамды шырылдатпаңдар, сендердің істеп отырғандарың адамның құқығын таптап жүрсіңдер сендер. Всех приветствую еще раз, дорогие граждане Казахстана. Вот на сегодняшний день к нам поступает со всех регионов информация о том, что те люди, которые получили компенсацию, теперь к ним обратно поступают звонки и требуют вернуть те деньги, которые они получили, те деньги, которые государство им якобы выплатило, теперь их под угрозой штрафов требуют компенсировать обратно. И вот в связи с этим у меня возникает следующий вопрос. Те люди, которые занимаются финансовым обеспечением граждан Казахстана, о чем они думают и как они вообще вот к этому приходят, к таким мыслям и действиям? Я осуждаю в данном случае подобного рода действия. Как можно сегодня дать человеку, завтра, оказывается, они ошиблись, и требовать это обратно. Мы уже через это проходили, те люди, которые брали пособие, также им требовали обратно вернуть эти деньги и все остальное, да. Это говорит о чем? О том, что у руководства страны сидят не профессионалы, не компетентные люди, которые должны сидеть и занимать данные должности. Те люди, которые сейчас занимаются вот этим бардаком, эти люди не профессионалы и они не компетентны. Соответственно, наша задача граждан Казахстана этих людей с этих мест убрать. Эти люди не должны сидеть и занимать такие высокие посты, раз они не справляются со своими прямыми обязанностями.
Наше требование остается прежним. Каждый, независимо какой гражданин, пусть он самозанятый или получает пособие по безработице, ой, по многодетным матерям пособие, которые получают, вообще абсолютно независимо, каждый гражданин Республики Казахстан должен в одно время ЧС получить компенсацию в районе 50 тысяч тенге. И те действия, которые сейчас государство начало применять, своя репрессивная тактика у них всегда остается при себе. Это видно. Почему? Сегодня дали человеку 42 500, он уже пошел эти деньги на продукты потратил. На следующий день к ним звонят и говорят: ой, извините, мы, оказывается, ошиблись, вы не должны получать эти деньги, верните. Если вы не вернете, мы наложим на вас штраф 100 МРП. Это куда, в какие рамки это идет, вообще я не понимаю тех людей, которые занимаются данным родом действий. Соответственно, наше требование — отставка всего правительства, некомпетентного, непрофессионального. Мало того, что непрофессионального, так еще коррупционного. Мало того, что коррупционного, так еще заинтересовано только в личных своих интересах, чтобы забить свои карманы. Требуем отставки всего правительства. Требуем отставки Нурсултана Назарбаева, Даригу Назарбаева, нелегитимного премьер-президента Токаева. Освободите свои занимаемые должности и дайте казахстанцам продолжить развитие Казахстана в нужном демократическом обществе. Наше требование — отставка всего правительства.